Без права на оправдание под Осиповичами мужчина убил односельчанку. На теле потерпевшей обнаружена колото-резанная рана шеи и резанные раны рук и живота. Чем она заслужила такую кару? Несовершеннолетний бизнес. У подростка изъяли партию нелегальных вейпов. В ходе осмотра одной из квартир обнаружили около 1500 флаконов жидкости к электронным парогенераторам. Что грозит молодому человеку? На пассажок в Бобруйске задержан пьяный бесправник. Право уходит в зеркалке. Покрылова движется в сторону зеркалки. Сколько промилле показало освидетельствование? Это «Сирена». Громкие ЧП за неделю, страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. С особой жестокостью житель Осиповичского района убил односельчанку. В деревне Шейпичи 55-летнюю женщину без признаков жизни обнаружил сосед умершей. Накануне днем хозяйка дома выпивала с 59-летним гостем. У односельчан возник конфликт, после которого мужчина и нанес несколько ударов ножом. С места преступления он скрылся. Следственно-оперативной группы с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия. Изъяты следы и объекты, по которым будут проводиться судебные экспертизы. Установлено, что изъятый след руки оставлен обвиняемым. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены колото-резанная рана шеи и резанные раны рук и живота. Предварительно установлено, что смерть женщины наступила в результате массивного кровотечения. Преступник заключен под стражу. Ранее мужчина не был судим и не привлекался к административной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается. Ящик Пандоры. В Бобруйске местный житель получил взрывную травму. Ночью 1 числа в больницу поступил 41-летний мужчина с обширными рваными ранами, кисти, лица и контузией. Накануне горожанин вместе с приятелями по просьбе знакомой перевозил вещи из гаража ее умершего сожителя. Там любопытство взяло свое. Обнаруживший деревянный ящик, мужчина забрал себе. Возвращаясь домой с работы, мужчина вместе с коллегами употребил спиртное. А когда пришел домой поздно ночью, то вспомнил про находку в гараже. Он достал из ящика предмет, похожий на гранату, и стал извлекать из него составные части. В результате устройство сдетонировало. Мужчина получил травмы. Следственный комитет проводит проверку, обстоятельства выясняются. Алкоголь в крови. В Бобруйске задержан пьяный бесправник. В четверг днем в дежурную часть поступил звонок. На том конце провода сообщили, водитель «Вольво» едет неадекватно. Спустя несколько минут наряд ДПС подал лихачу требования об остановке. Однако 40-летний местный житель его проигнорировал и устроил погоню. В результате чего автомобилист врезался в джили. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф до 200 базовых величин и лишение прав на сроком до 5 лет. Также транспортное средство будет доставлено на штрафстоянку. При повторном управлении в нетрезвом виде в течение года предусмотрена уголовная ответственность. В итоге гонщика остановила разделительная полоса. Медицинское освидетельствование показало наличие 2,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлено 9 протоколов. Правонарушитель в ИВС. Амбиции через край. У подростка изъяли партию нелегальных вейпов. 17-летний могилевчанин в России купил электронные сигареты на общую сумму около 20 тысяч рублей. Молодой человек планировал продавать вейпы в Беларуси через интернет. Документов на товары статуса предпринимателя у парня не оказалось. Оперативники БЭП Ленинского РУВД в ходе осмотра одной из квартир обнаружили около 1500 флаконов жидкости к электронным парогенераторам. 10 устройств для курения и 30 упаковок с комплектующими к ним. В отношении молодого нарушителя составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 50 базовых. Столб дыма. В Бобруйске в переулке Тимирязева горел дом. ЧП случилось 1 июня около 14 часов. Сообщение о пожаре спасателям поступило от соседей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя. Пострадавших нет. Уничтожен сарай и крыша дома. Повреждено имущество. Причина выясняется.
Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации, пожара, незамедлительно наберите по телефонам 101 или 112. Обязательно объясните диспетчеру, что происходит на ваших глазах, и желательно сориентируйте спасателей, то есть назовите точный адрес. И помните, пока вы общаетесь с диспетчером, помощь уже в пути. Печальная статистика заставляет задуматься. С начала года в Беларуси произошло свыше 2500 пожаров. Огонь унес жизни более 250 человек, в том числе 4 детей. Спасите, помогите! В Бобруйске горела квартира. Инцидент произошел вечером 3 июня. Пламя охватило балкон на 5-м этаже. Спасатели быстро справились со стихией. К счастью, никто не пострадал. Уничтожена лишь деревянная рама, закопченные стены и вещи. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. В тот же день гул пожарных сирен разбудил жителей деревни Казакова. Около полуночи там вспыхнула баня. Огонь мог перекинуться на соседние дома. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя. В результате уничтожена крыша, обуглены стены. Причина выясняется. Это была сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю.